Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В Тове накануне отметили День спасателя России праздничным концертом и вручением ведомственных наград. Торжественное мероприятие с поздравительной речью в адрес ветеранов и спасателей открыл начальник Главного управления регионального МЧС Андрей Назаров. Он отметил, что благодаря профессиональной работе пожарных и спасателей более 300 человеческих жизней были спасены в этом году. Дорогие коллеги, спасибо за вашу работу, за вашу службу, за высочайший профессионализм и готовность к самопожертвованию за сотни спасенных жизней. Счастья, здоровья, любви, надежды вам и вашим близким. Пусть будет меньше бед и трагедий. Берегите себя и верно служите нашему общему делу. В честь профессионального праздника на торжественном мероприятии юбилейной медали МЧС России 85 лет гражданской обороне были удостоены 23 сотрудника и ветерана. Профессия требует от спасателей безграничного запаса прочности, каждодневного мужества и настоящей отваги. Преодолевая опасности, выходя один на один со стихией, они спасают самое дорогое на свете – человеческие жизни. Почему я выбрал эту профессию? Я с детства мечтал помогать людям. Все дети, наверное, хотят, наверное, супергероями. Наверное, у нас профессия такая, как бы, как спасаем людей. Работа очень сложная на самом деле. Но со временем вот как бы характер накаливается, опыта набираешься. Все будет, но не сразу, как говорят. Кроме нагрудных знаков, сотрудникам МЧС в ходе торжественного мероприятия были вручены грамоты и благодарственные письма. Правительство России утвердило дополнительные требования к перевозке групп детей автобусами. С 1 июля будущего года эти транспортные средства необходимо будет оснащать проблесковыми маячками, сообщает издательство «Российская газета». В целях минимализации риска возникновения дорожно-транспортного происшествия при организованной перевозке групп детей автобусами вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов, отмечается в пояснительной записке к документу. В частности, введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета. Кроме того, уточнены требования к стажу работы водителей транспортного средства категории D. Он должен составлять не менее года непосредственно перед допуском к перевозке групп детей. Действия властей направлены на исправление сложной ситуации, когда ДТП с участниками детей происходит практически ежедневно. Сотрудники республиканского наркологического диспансера предупреждают жителей республики не угодить в алкогольную яму в новогодние праздники. Сегодня на учете в медицинском учреждении состоят более 4000 пациентов, чуть больше половины которых – женщины. И по сравнению с прошлым годом отмечается снижение количества больных, состоящих на учете, именно с наркологическими расстройствами. В большинстве своем пик работы врачей-наркологов приходится на праздники, в частности и Новый год. Так специалисты советуют жителям республики воздержаться от употребления алкогольной продукции. Однако, несмотря на все риски, большинство людей все же употребляют алкоголь. Пусть и редко, по праздникам, по особым поводам, в меру. Не стоит забывать о времени года. Зимой большинство пьяных просто-напросто замерзают на улице, что зачастую приводит к трагическим последствиям. Если состояние позволяет, мы лечим у себя. Если вот комбустиолог, врач-специалист смотрит, и необходимо лечение там, в отделении, в ожоговом, их госпитализируют туда, мы консультируем в отделении. А после выписки, да, они тоже могут обратиться к нам, тогда уже курс лечения проводим. Известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Вот почему необходимо обращать внимание на усиление работы по профилактике алкоголизации, пропаганде здорового образа жизни, формированию у жителей и молодежи антинаркотических установок, то есть направлять усилия в решении проблемы на искоренение причин.
Всемирный фонд дикой природы активизирует охрану в местах обитания снежного барса и подводит итоги года по мониторингу Ирбиса с помощью автоматических камер. В октябре оперативная группа природного парка Тыва и сотрудники Госкомохотнадзора республики выехала на территорию кластерского участка Шуй. Инспекторы проделали 250 километров пеших и 734 километра автомобильных маршрутов. Основными задачами рейда стала проверка автоматических камер, установка новых фоторегистраторов и поиск следов жизнедеятельности Ирбиса. Анализ кадров автоматических камер подтвердил присутствие в природном парке Тыва нескольких особей снежного барса. Фотоловушки зафиксировали проходы Ирбиса, получившего имя Минги. В объектив камер попала и звезда, молодая самка снежного барса. Возможно, она была одной из тех котят, которых фотоловушки засняли в этом же урочище в прошлом году. Третья фотоловушка на высоте более 2000 метров над уровнем моря поймала в объектив еще одного ирбиса по имени Тайга. Кроме снежных барсов, камеры сделали снимки манула и сибирских горных козлов. Сегодня в торжественной обстановке в присутствии главных героев, работников компании «ТВ-Энерго», благодаря которым на подстанции «Южная» появился новый трансформатор мощностью 16 мегавольт, состоялся его ввод в эксплуатацию. Мы солнцем наполняем города. Порой за работой этой хлопотной не видим мы ни лета, ни зимы. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей центральной части города Кызыла, включая учреждения образования, здравоохранения, объекты коммунальной инфраструктуры общей численностью населения почти 14 тысяч человек, было принято решение об установке дополнительного трансформатора на подстанции «Южная», который бы распределил нагрузку на электросети равномерно и разгрузил другие подстанции. Она у нас фактически самая старая подстанция, одна из первых подстанций 110 киловольт на территории города Кызыла. Она длилась практически 3 года. Общий объем инвестиций, вложенных со стороны сетевой компании ТВ-Энерго, составил порядка 60 с лишним миллионов рублей. Это если учитывать и стоимость оборудования, выполняемых работ. Наконец-то вот сегодня у нас вопрос закрыт. Сегодня у нас все 4 трансформатора были заменены. Соответственно, существенно увеличилась мощность самой подстанции. И, соответственно, как я уже сказал, энергетики постарались решить вопросы, проблемы на сегодняшний день там энергодефицита, это решение вопроса технологического присоединения любых потребителей. Реконструкция подстанции «Южная» дополнительно позволит выделить 11 мегавольт мощности на технологическое присоединение потребителей электрической энергии города Кызыла. Это большой плюс, ведь новый трансформатор – это новые возможности. У нас в планах на 18, 19, 20 год это реконструкция ветхих на сегодняшний день воздушных линий от трансформаторных подстанций, которые, по которым очень много жалоб на качество электроэнергии. Это у нас и улица Мугур, это улица Суворова, далее улица Кахем, безымянная улица. Соответственно, в дальнем Кахеме также будем мы продолжать проводить работы. Сегодня новый трансформатор ввели в эксплуатацию в присутствии тех, кто не один день провел бок о бок с электрооборудованием. Специалисты ТВ-Энерго в свой адрес из уст министра энергетики Романа Каженола услышали много добрых слов. Как отмечают энергетики, похвала за труд – это и есть самая высокая награда за проделанную работу. Основная цель – повышение качества и надежности поставляемой электроэнергии жителям Кызыла достигнуто. К маю 2018 года сотовые компании перестанут брать деньги за роуминг внутри страны. На это рассчитывает Федеральная антимонопольная служба, которая считает, что нет никаких оснований ни технологических, ни экономических для взимания дополнительной платы за звонки из сети одного оператора в сеть другого и из одного региона в другой. Из операторов «большой четверки» никто пока полностью роуминг не отменил. Одна компания пересмотрела большую часть своих тарифов, другая заняла выжидательную позицию. Еще 2 игрока со скрипом начали отмену роуминга под угрозой возможных мер со стороны ФАС. Операторы к маю не только пересмотрят тарифы, но и скорректируют свою систему биллинга, расчетов за пропуск тарифа при оказании абонентам услуг связи, отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы. Процесс отказа от роуминга служба будет мониторить постоянно. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 45 копеек, евро 68 рублей 23 копейки. Жизнь.
твой стиль, твоя оригинальность. Тони Моли. Твоя натуральность и качество. У тебя есть идея, у нас воплощение. Будь собой вместе с Тони Моли. Официальный магазин всемирно известной корейской косметики теперь в Кызыле. Тони Моли. Теперь я к празднику готов. Дедушка знает, где подарки покупать. Новогодняя распродажа в РБТ.ру. Так, Full HD телевизор Samsung с диагональю 123 сантиметра всего за 29 990 рублей. РБТ.ру. Как не стать жертвой карманников во время предновогоднего шопинга? Столичная полиция напоминает жителям и гостям Кызыла быть бдительнее. В канун новогодних праздников горожане частенько носят с собой приличные суммы денег. Предновогодний шопинг уже начался. Народ ринулся в магазины, чтобы купить подарки близким, а карманники тут как тут. У них самый синокос. В преддверии новогодних праздников полиция Тувы призывает жителей республики и гостей принять дополнительные меры по сохранности своего имущества. В общественных местах, при посещении торговых точек, оптовых баз необходимо быть предельно внимательными к своим вещам. Не кладите телефоны и кошельки на прилавки, в открытые сумки и боковые карманы верхней одежды. В случае, если преступление произошло, незамедлительно сообщите об этом в полицию. С итоговым сочинением выпускники школ Тувы справились на 96%. Напомним, 6 декабря старшеклассники России писали итоговое сочинение, которое является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения. На первом этапе написания итогового сочинения по всей республике были определены 56 пунктов и 6 пунктов сдачи итогового сочинения в Кызыле. Сочинения выпускников оценивались по 5 критериям: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность. В этом учебном году всего участие в итоговом сочинении приняли более 2000 учащихся. Из них зачет получили 1992 человека, то есть 96%. Также по уважительной причине завершили писать сочинение 21 учащийся. При сравнении показателей с прошлым учебным годом в текущем учебном году наблюдается значительное улучшение результатов на 4%. В период длительных новогодних праздников в соответствии приказу Министерства здравоохранения в медицинских организациях республики будет организован амбулаторно-поликлинический прием взрослых и детей дежурными врачами по специальному графику. В поликлиниках Кызыла также будут работать службы неотложной помощи, перевязочные и хирургические кабинеты, круглосуточно травмпункт. Прием пациентов будет организован в выходные и праздничные дни, также во всех районных больницах и межрайонных медицинских центрах. Поликлиническим службами республики планируются также патронажные обходы граждан на дому. Прием детей 3, 5, 7 января будет осуществляться в поликлинике Кызыла по адресу Кичуола 2Б. Служба неотложной помощи будет работать с 1 по 8 января с 9 утра до 6 вечера. Патронажный обход детей, в том числе совместный с социальными службами, будет проводиться с 1 по 8 января с 9 до 3 часов дня. Кроме того, в этом году впервые примут участие в патронаже взрослых медиков. Волонтеры, которые будут проводить самостоятельный патронаж маломобильных граждан, инвалидов и пожилых людей после прохождения инструктажа специалистами Министерства здравоохранения Республики. Первое республиканское FM-радио «Голос Азии» продолжают прятать подарки в черте города. На этой неделе радиоквест «Замес майонез» и такси «Апельсин» предлагают отыскать бесплатные поездки на такси. И чтобы это сделать, нужно, как всегда, разгадать загадку, в которой зашифровано место, где ведущие радио спрятали приз. «Замес майонез». Поздравляем вас. Спасибо.
Разыгрывать бесплатные поездки такси «Апельсин» будет до 29 декабря. В такси «Апельсин» действуют выгодные тарифы. За проезд в 1 километр вы платите всего 14 рублей. Звоните по телефонам 66100 и 66200. Или скачайте приложение для смартфона «Таксофон» и получайте 5 рублей бонусом за каждую поездку. Такси «Апельсин» – быстро, удобно, безопасно. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, небольшой снег. На дорогах гололедица. В Кызыле пасмурно, небольшой снег. Ночью -26, -28 градусов, днем -20, -21 градус.